Итак, на улице минус 33, ночью было бы 40. Посмотрим, как сейчас потом идем, как идет. Резинки на щите замерзла. Как это выглядит? Москва. Надо попасть в дырочку. Все. Откроем дверь, чтобы нам было потеплее чуть-чуть. Ой, случайно. Ключ на старт. Все приборы выключены. Родной показометр не обучен ниже 30 показывать. Коробка застыла. Ух ты, сцепление вообще тугущее. Ну, попробуем. Выжимаем. А хер-то там вообще ни хера. Вот так вот, ребята. Вообще даже потуг нету. Вот она и ЭГМ-ка. Вот они, 30-40-градусные морозы. Все. Не хочет. Вообще не хочет. Ну ладно. Спасибо. Дубль 2. Включил фары погреть. Думаю, мало ли. Светят как надо. Пробуем еще раз завести. Потому что сейчас при пробе были какие-то потуги. Во. Тяжело. Похоже, все-таки замерз. Но аккумулятор крутит. Если масло была бы нулевочка. Нулевочка, наверное, бы завелось. Еще разик. Опа! Вспышечки пошли. Со второго раза вспышечки. Так, ждем. Ждем. И попробуем еще. Мучаем машины вообще. Не щадим. Сибирские джиперы. Оп. Уже больше. Уже лучше. Главное, свечки не залить. А то потом вообще будет веселье. Ну и сцепление прямо. Прям меланхоличное. Выжили. И вот так вот оно идет назад. Так, ладно, еще раз попробуем. Так, тоже стартер не желает. Ну и заключительный раз. Нет, вспышки есть. Так, это четвертый. Еще разик. Попробуй. И потом все. Давай. Нет, все, ладно, не будем. Не будем мучить машинешку.